Sveiki, dārgie kolēģi! Всем привет! Šeit mēs jums uzņemam video Rail Baltica integrēšana Rīgas centra infrastruktūrā. Kā redzat, darbi notika pilnā sparā. Varbūt nedaudz uzdēlēt patraukums, bet citādi pilnā sparā. Un mēs jums izstāstīsim nedaudz, kā mēs šeit strādājam, kā mēs plānojam strādāt optimāli līdz šī gada 25. septembrim. Да. Всех интересует, когда закончатся пробки, мы постараемся на этот вопрос ответить. Видишь, да. Ладно, дуримайся, окей. Мы находимся на одном из самых заметных объектов этого проекта, на велопешеходной рампе, которая соединит будущий железнодорожный мост с территорией внизу. Мы, к сожалению, проект не сможем закончить. Начинаем с второй опоры, которую вы сейчас видите. Будет довольно необычного вида. Она будет в форме спирали, в два этажа. Сейчас, возможно, довольно трудно понять, как это будет выглядеть, когда будет закончено, но точно могу сказать, что здесь, в Латвии, в Риге, похожих проектов нет. Так что всем будет интересно, наверное, взглянуть и когда-нибудь даже попробовать. Вот. А правее мы видим еще один из наших объектов. Это мост на набережной генерала Радзиня. По причине ремонта набережной генерала Радзиня у нас сейчас вот эти пробки, о которых я уже упоминал. Свои работы мы рассчитываем закончить 15 сентября и, соответственно, очень рассчитываем, что, по крайней мере, на этом участке проезжать можно будет свободно. В рамках этого нашего проекта предусмотрена, как говорили уже, реконструкция двух мостов через городской канал. Один мост, который от меня слева, построен в 1985 году. Капитальный ремонт не предусмотрен, замена полотна, гидроизоляция. Ну, в принципе, ничего эксклюзивного. А вот другой мост, по которому ходит трамвай в том числе, построен в 1910 году. Он арочной конструкции, из кирпича. Наша задача – это снять старое покрытие, изоляцию, восстановить выравнивающий слой, делать изоляцию, засыпать и обновить арку снизу. Что хотелось бы подчеркнуть, что после того, как мы его откопали, открыли старый выравнивающий слой, ну, должен сказать, что качество этого выравнивающего слоя такое, что и с современными технологиями такую гладкую поверхность не всегда получается достичь. Поэтому, ну, должен отдать должное. Строители были хорошие. Сейчас мы пройдем под низом, чтобы все смогли посмотреть, как он выглядит до реконструкции, и сравнить. Все, блин, мы видим эту ветвь, которая была прибывана в 1940 году. Но весь парень, это уже не сказал, он сказал, когда-то были предусмотрены шлюзы для того, чтобы канал можно было
отгородить от Даугавы и, соответственно, регулировать уровень в канале ниже по течению. Здесь можно видеть старинную кладку. Как видно, общий вид очень хороший, ровные швы, аккуратная разделка. Местами видны протечки воды в результате нарушений каких-то в гидроизоляции и дренаже. Но, в принципе, вот наша эта конструкция призвана эти недостатки устранить. Несущую конструкцию оставляем такой, как она есть. Тут на 20 по канал. В основном у нас 9 объекта. Канал мост при бывшей Титаникс реконструкции. Вот и канал мост не отбросим. Ну, что, будем надеяться, что эти трудности, с которыми сталкиваются в первую очередь автомобилисты, будут вознаграждены действительно красивыми, удобными объектами. Так что чуть-чуть потерпим.